Рада вас приветствовать на канале 18 соток и расскажу вам сегодня о сорте острого перца, который называется Jamaican Red. Jamaican Red — это очень интересный сорт острого перца. Плоды у него похожи на маленькие капюсончики. Очень острый сорт с дымчато-фруктовым привкусом. В диаметре перец около 2-3 сантиметров. И в длину около 2,5 сантиметров. Созревает этот сорт за 95-100 дней. Высота от полуметра до метра. Употребляется в свежем виде. Используется также как приправа при консервировании овощей. И как добавка в различные блюда для остроты. Вот так выглядит плод этого сорта в разрезе. По шкале Сковила его острота составляет от 70 до 150 тысяч единиц. Все зависит от степени зрелости плода. На этом обзор этого сорта я заканчиваю. Заходите на мой канал, смотрите другие сорта острого перца.